Игорь Бутман, известный джазовый музыкант, не только дает в Риге концерты, но и мастер-классы. О джазе и политике с музыкантом поговорила наш корреспондент. Музыка – это наша религия, признается известный саксофонист Игорь Бутман. При этом общение с начинающими музыкантами помогает открыть что-то новое и для опытных джазменов. На мастер-классе говорили о джазовых инструментах и о новых тенденциях в джазе. Они есть, говорит Игорь Бутман, как есть и много новых талантливых музыкантов. Джаз движется, развивается, идет вперед. Хотя, конечно, это не такое резкое движение, как было в 40-х годах, когда от свинга перешли к бибопу. Когда были авангардисты, и все это уже прошло, все немножко устаканилось, успокоилось. И уже какие-то мелкие, маленькие прорывы считаются уже как будто это какой-то водопад новых идей. На самом деле всего-то чуть-чуть что-то нашли. Но это сложнее сейчас чем-то удивлять. Уровень музыкантов вырос гораздо, стал гораздо выше во всем мире. Много играет молодежи, которая приносит, конечно, огромное количество энергии в музыку, приносит такой энтузиазм, хорошие амбиции. И это тоже слышно в музыке. Сейчас очень много играют, музыканты играют с ритмами, то есть не четыре четверти, простой ритм, маршеобразный, а сложные размеры, которые там, самый простой, это 7/4. И это завораживает. Поговорили о политике и музыке. Эта тема в последнее время стала весьма актуальной. В греческие времена, когда были Олимпийские игры, то все войны заканчивались на время Олимпиады. Хотелось бы, чтобы заканчивались какие-то вот, негатив заканчивается, когда люди приезжают в музыку. И, может быть, чем больше будет концертов, тем меньше будет негатива, и все это пойдет в позитивную сторону. И хотя многие люди могут быть циниками, сказать, да это все ерунда. Это как раз не ерунда. Музыка людей ведет в бой, труба призывает на атаку, труба призывает на отход, труба призывает на перемирие. То есть музыка без слов может людей мобилизовать на все, что угодно. Поэтому музыка, как такое самое абстрактное искусство, оно как раз и может что-то сотворить чудеса. Политики должны включить джазовую музыку, говорит Игорь Бутман, успокоиться, оценить, будет ли польза от драки. И несмотря ни на какое влияние со стороны, сказать «хватит», встретиться и решить все конструктивно. Галина Солодовник, Олаф Першевец, Латвийское телевидение.